Смотрите, вы останетесь довольны. О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Но я говорю, слава! Умереть у тайны Господу. Люди, подходите, посмотрите на мои... Умри, неверный! Почему они дерутся? Вернись сюда! Тебе не уйти! Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Чем я бойно иметь истёртым? Я не сбежать! Стража! Что я сделала? Совсем выжил из ума! Ты потом сейчас ты умрешь! Зачем тебе бежать? Тебе некуда! На помощь! Я отрубу тебе голову! Со мной Аллах! Я тебя поймаю! Тебе не победить! Сейчас! Еще минуту, и они его совершили задуманное. Но... О, нет. Что это? Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными. Сильными, как Салах ад-Дин. И сражайтесь с врагом, так как можете. О боже, как такое могло случиться? О нет, это ужасно.
Какой странный человек. Мир и покой тебе, Альтаир. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. Зачем вообще везти мой товар? Все свежее и по отличной цене. Ничего не сделала! Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яффу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Тогда Тамир водил караван между Дамаском и Иерусалимом. Но дела у него не шли. В Иерусалиме никому не были нужны его товары. Не видел ничего подобного. Фрукты и овощи с близлежащих ферм. Тамир уехал на север. Что-нибудь приглянулось? Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яффу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Может, тебя заинтересует? Мы должны дать ему. Пожалуйста, господин, подайте. Слишком много. Неверный. Здесь и сейчас. На помощь, благословите. Кто мне помогите? Не уйдет. Помогите мне. Ты от меня не уйдешь. Я догоню тебя. Ты не сможешь. Вечно. Скидки на все товары! Сюда, подходите! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Сюда, на помощь! Что? Кто это сделал? Кто это? Что тут стряслось с твоими? Какой кошмар! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Что здесь произошло? Убийца разбудился. О боже, как такое могло случиться? Нужно. Где тот, кто заварил эту кашу? За ним! Ловите его! Не вставайте, не дайте ему уйти! Я поймаю! Я!
Куда он пошел? Отстань от меня, я ничего не сделал! Умри, неверный! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Что тут стряслось? Приветствую, друг. Хорошо выглядишь. У него обнаженный меч. Это меч? Стража должна вмешаться. Большая распродажа. Разрешил обратиться ко мне. Вор! Ой! Грязный вор! Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Вы глаза... Меч. Твоим услугам. Он точно замыслил. Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Это не добрый знак. Что тут стряслось? Во имя Аллаха! Если я тебе понадоблюсь, я здесь. Какой кошмар! Кто? Что это? Что? Интересно, кто это что здесь произошло? Кто это? Кто это сделал? Кто это? Будь проклят христианский король и его армия неверных! Они пошли против воли Бога! И они заплатят за это! Лишь страдания и боль остаются там, где... Еретик! Это конь! Он убийца! Стража, на помощь! Данные времена настали. Нужны... Север... Меч! Надо рассказать! Он точно замыслил недоброе. Нужно позвать... Это не дело. Надо позвать стражу. Это было глупо. Ой! Добром это не кончится. Убейте его! Это безумие! Остановите! Остановите их! Ах!
Тысячи полегли, защищая свой дом. О, нет! Трагедия, что он делает? Вы. Но я говорю, слава! Умереть! Отрублю голову! Если Ричард захватит яму, стража, этот человек убийца! Его уже не остановить! Он войдет в Иерусалим! Ну так где же ты? Мы не должны дать ему возможности сделать это! Пока он не убил никого, нужно позвать стражу! Он собирается кого-то убить. Надо срочно найти стражника. Будьте бдительны! Что происходит? Почему у него в руке меч? Странно, зачем ему это? Будь проклят христианский король и его армия! Смотри-ка, что он делает? О, ты выбрал правильное место! Нет, нет, лучше торговать священно! Хорошая распродажа! Будьте бдительны, друзья! Шайтан всюду вокруг нас! Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильны. Добро пожаловать. Сильными, здесь все, что тебе нужно. Подходите, подходите. Что-нибудь приглянулось? О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. О, ты выбрал правильное место. Нет лучше торговца, чем я. Стража заберет у него меч. У него обнаженный меч. Я зову стражу. Я помогу тебе. Вместе у нас все получится. Оружие. Он хочет причинить кому-то вред. Найти стражу, надо найти стражника. Нравится? Зачем ему меч? Что он делает? Зачем ему меч? Тебе конец! Отсеку тебе голову! Не дайте ему уйти! Я!
Я догоню тебя! Этот человек убийца! Стража, сюда! Подходите, подходите! Большая распродажа! Ты меня раздражаешь! Дороги! У меня есть то, что тебе нужно! Люди, подходите! Посмотрите на мои товары! Стража, этот человек убийца! Надо заинтересовать тебя своими товарами! Больше так не делай, понятно? Неверный! Это не дело. Надо позвать стражу. Тебе не стоит драться со мной. Ты ищешь неприятность? Верно! Сейчас ты умрешь! Давай, набежать тебе некуда! Не делай. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. Я! Может, тебя заинтересует вот это? Господин, нет? У вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете... Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Здесь все, что тебе нужно. Могу я заинтересовать тебя своими товарами. Я рад нашей встрече, друг. О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких клиентов. Неверный!
Армия неверных, смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем замолить Бога, чтобы он... Что здесь происходит? Ужас. Бедняга. Слава Богу, ты спас меня. Весь город узнает о твоем подвиге. О, нет, что случилось? О, что это было?